Всем привет! У нас сегодня великолепный чиа-пудинг. Красота! Просто, быстро и вкусно. Подробный рецепт, как всегда, под видео. Соединяем молоко. У меня сегодня овсяное и семена чиа. Даем постоять. Здесь у меня примерно на 200 грамм овсяного молока 2 столовые ложки семян чиа. И добавляем любимые персики, например, любые ягоды, фрукты и зелень. У меня базилик и мята. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока! Великолепный чиа-пудинг готов!